Сыктывкарская «Ника» выиграла первый матч за бронзу баскетбольной премьер-лиги России. На домашнем паркете «Рыси» принимали московский клуб МБА. На протяжении всего матча подопечные Александра Васина уверенно вели в счете. Итоговый 74-66. Победа «Ники». Лучшим снайпером матча стала капитан сыктывкарской команды Раиса Мусина. Она набрала 34 очка. В силу разных причин четыре легионерки не играют и Маша Черепанова. Согласитесь, с этой пятеркой у нас был бы коллектив посильнее. И можно было делать замены и не так беспокоиться о персональных замечаниях, которые мы получаем. Ну, в целом нам удалось удержать достигнутое 22-очковое преимущество. Молодцы девчонки, мы выиграли подбор в сегодняшней игре, да и неплохо защищались. Сегодня в КСЦ «Ренова» вторая встреча команд после серии игр в Москве на паркете МБА. Бронзовая серия продлится до трех побед одной из команд.